Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем. Код 80. Слезы дракона. Поехали, друзья! Ребятки, очень красивый голос, ребята. Вы сами слышите. Нежно так поет. Красиво, ребятки. Музыка и голос шикарно. Как ты себя чувствуешь после всех таблеток? Кажи, мы нападаны, никогда не бедны. Слезы у драконов, у меня патроны. Ты со своей жопой, но у тебя супер. Ты хочешь снова быть опять со мной? Губы нет, ты не Барби, мне просто это знаешь. Глаза очарованы, я уложил магию. Подними, мы потратим наши браслеты камня. Ребята, очень нежный трек, шикарный. Слушаем следующий трек, ребятки. Так, ребятки, замечательный трек. Шикарно поет, молодец. Нежный, да, голос. Классно, такой, что весь альбом такой в спокойных, да, нежных оттенках, да, в спокойных, романтических. Нежных тонах, да, классно. Молодец, прям вот. Ну, слушаешь. Вот не весь альбом, вот два трека послушали, но да, мне кажется, в таком стиле, да, будет. Да. Потому что все равно же альбомы в каком-то стиле, да, выдерживают. Вот он, видать, очень романтичный. Да, человек, классно исполняет. Да. Молодец. Молодец. Красиво, умничка, приятно красиво, слушать. Да. Прям я, вот, знаешь, наслаждаюсь. Я прям вот. Приятно, да, ну приятно, да, слушать. Приятно, да, слушать. Это классно. Давай. Дальше слушаем. Thank you.
Трек такой, да, прямо там и вот шум моря слышно, и чайки, и гром, да, такой тихий, такой красивый раскат, да, очень романтичный трек, молодец, мне очень нравится исполнение, нежно такое, да, да. Вот действительно успокаивающе, да, да, классно, поют тихо, так вот тихо-тихо, красиво поют, манера, да? Исполнения такая, да. Спокойная, шикарно, альбом, наверное, такой вот, как он, ну, вот, «Слёзы дракона» называется, да, оно интересное, да. Название, ну, видишь, да, интересно, молодец. Прям шикарно, мне нравится. Слушаем следующий трек, ребятки. Интересно, как он добивается такого звука? Эффекта на голосе, да? Да, так красиво. Эффект голоса на, да, голосе какой-то, по-моему. Вот, а как это вот? Ну, он и сам красиво поет, еще какая-то такая фишка, да, на голос, да, наложена как, да, будто. Вот именно вот это, да, такая фишечка классная, да? Да. Молодец. Необычно звучит. Молодец, вот ты это делаешь, да. Я у других не слышала, а вот ты, да, делаешь, молодец. Да. Ты ее не забывай, ты ее используй. Очень выигрышно звучит. Да, очень выигрышно звучит. У тебя, во-первых, такой голос нежный. Сам по себе голос, да, у меня красивый. Даже мурашки по телу, да. Давай дальше слушать. Шикарно, да? Угу. Так мне нравится. Я его слушаю, наслаждаюсь. И так успокаиваешься, да? Такой текст красивый. Текст влюбленного. И текст о любви. Да? Красиво очень. Молодец. Музыка какая. Угу. Музыка красивая. Она не повторяется, музыка, да? Да. Сердце на моей сердце.
Большой молодец ты. Ты такой большой молодец. У тебя музыка не повторяется. Все разное. Так все шикарно. И все классно звучит, да. И так красиво все. Молодец, умничка. Слушаем следующий трек. Немножко манера звучания изменил. Здесь немножко, по-моему, автотюн есть, да, чуть-чуть? Угу. Чуть-чуть, да? Ну, красиво звучит. Но он так его мало, да, просто чуть-чуть для сладости, да? Молодец, молодец, умничка. И музыка такая красивая, и такой инструмент, который вот так постукивает. Вот красиво все. Все продумано до мелочей. Это, знаешь, очень талантливый молодой человек, очень талантливый. Молодец. Вот умничка прям. Шикарно. Молодец. Умница прям. Опять, да? Здесь он такой добавил, немножко завуалированность добавил, да? Угу. Вот тоже современный элемент, да? Да? Новый элемент, вот, ну не новый, а в смысле вот он... Современный, вот, то, трендовый, да, трендовый. Да, вот то, что он, вначале же не было вот этих треков. Было все понятно, да, да. Он новиночку нам дал, да? Угу. Молодец, красиво очень прозвучало. Ааа.
Талант. Ты талант. Вот реально ты талант. Тебе так приятно слушать, да. И вот этот альбом прям незаметно заканчивается. Ты молодец. Я тебя слушаю, приятно слушать тебя. На одном дыхании ты, да, слушается. Талантливые слова, и текст, и музыка. И она разная музыка, она нежная. И красивая. Она разная и красивая. А голос вообще шедевр. Ты себе инфаркт или не крепишь? Дальше катаемся, а я трапился на том, как нас смыли. Пища Фредди, не мишка, ты зюк, ты сериал, ночь, пару серий. Мои травмы и стоплэн, твои слезы меня не греют. Просто делал то, что я должен, зло, добро, но где такое? В ней мой бог не в этом сил, жизнь мне всегда бывает сильная. Снова в трибе я вижу мысли, если поймешь, мы станем ближе. Я разрек, да есть моя кишечь, мои стрэпы, да мы не принц. Все случится, быть может, ниц. Samsung руки, кто-то дышит весь, но Philips, курим газ, и мы в столице. Курим отравы, молодые арты, свои проблемы меня не касались. Да, другой, потому что я занят, да, другой, но иногда занят. Курим на плоты так высоко, что потерял, я уже нашел. Иду на ощупь, как будто слепой, я выживаю, но антигерой. Даже злодей украл твой пей, heavy rain, heavy metal, мое сердце на нем пепел. Очень красиво, очень красиво. Ты талант, прям вот, знаешь, тебе говорить хочется постоянно это. Ты талант. Подведем этого альбома. Угу. Очень стильный, современный, музыкальный, талантливый, превосходный. Угу. Красиво человек. Очень, да. Все красивое. Так все сладко сделал, молодец. Прям вот, знаешь, слушали, прям вот отдыхали, понимаешь, от твоего голоса. Текст очень красивый. Нет, под твой голос. Да, правильно. А я как сказала? Отдыхали под твой голос. Отдыхали под твой голос, да. Текст очень красивый. Текст влюбленного человека. Так ты красиво описываешь свою любовь. И вообще поешь красиво. Вообще поешь, да, красиво. Очень много фишек, вот фишек нам показываешь. Стильных, современных. Украшает, украшаешь, да, свой голос, да, треки. Ну а музыка — это вообще прелесть. И да, она, знаешь, круто. Она вся разная. Она нежная, но она вся Но мне разная. Вот этот стиль нравится, что в одном стиле в таком нежном, да, выдержано. Да, да, круто. Ну это вот у него, видать, такой стиль вот, да, в этом альбоме. И название интересное — «Слезы дракона». Да. Что дракон вроде как такое мощное, да, создание, да, и «Слезы, да, дракона». Да, да.
Молодец, нам очень понравилось. Продолжай, пожалуйста, не останавливайся. Ты талантливый, ты еще покажешь себя, знаешь, на телевидении, мне кажется, потому что ты реально ты талантливый. А может, ты, он знаешь, выступает на телевидении? Ты должен себя показывать, вот, ну, всем показывать, потому что ты есть, ты умеешь, у тебя получается, понимаешь? Ну, тут уже вот 32 тысячи прослушиваний, вот да. Это новый альбом, много уже прослушивают. Да, 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 молодец. Популярность показывай набирает. Себя, чтобы тебя видели, понимаешь? Молодец. Спасибо тебе большое за прекрасный альбом, за прекрасное проведение вечера. Что ты мне...